Мастер Амстердамской смерти Богородицы, нидерландский художник, работавший на рубеже XV и XVI веков. Он был назван по сюжету панели Успения Богородицы, на которой изображены почившая Богородица и окружившие смертное ложе апостолы в сложном интерьере теплой и уютной обстановке дома, небольшого населенного пункта. Апостолы изображены в громоздких драпировках. Хуберф, однако, предпочитал называть автора панели смерти Богородицы мастером богадельни семьи Курфюрстов по названию учреждения, которое подарило картину в Государственный музей. Хуберф также относил некоторые из панелей, сгруппированных Фридлендером, вокруг этого художника к авторству другого малоизвестного художника, мастера Фонаря. Есть также разногласия по поводу место жительства мастера смерти Богородицы. Фридлендер стилистически связывает с ним Амстердам. Хуверф – Утрехтскую школу книжных миниатюристов.